Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев. И посмотрим на состав Вольфсбурга. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч, и очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрежет твою оборону, и все, будет гол. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев. И посмотрим на состав Вольфсбурга. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев. И посмотрим на состав Вольфсбурга. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев. И посмотрим на состав Вольфсбурга. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев. И посмотрим на состав Вольфсбурга. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Вольфсбург начинает первый тайм. Будем надеяться, что игра получится интересная и результативная. Штеффен. Вперед идет атака. Интересно может быть. Талисо. Хави Мартинес. Себе ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выровнял. Роберт Левандовский. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Очень хорошо сыграно соперником. Прессингова. О-ля-ля, вот так пас Томаса Мюллера. Великолепно. Как же так он не попал, а? Такая